Ну вот и прошло 4 месяца. Наш экспериментальный экземпляр DS1905 выглядит вот так. К сожалению, букетного цветения на нем не наблюдается. Три цветоноса уже отцвели, я их отрезала. Расцвели вот еще два. По два цветочка на каждом. К сожалению, не оправдал ожидания. Месяц назад был пересажен в горшок 11 сантиметров. Корни еще не оплели весь горшок. Совсем чуть-чуть тут. Что мне нравится в этом экземпляре, то что у него жирные, яркие листья, в отличие от других экземпляров, над которыми не проводились эти манипуляции. Вот, к примеру, два экземпляра деток из того же помета, скажем так, у которых не обрывались бутоны. Они цветут гораздо пышнее, но у них листва не такая сочная. Не такая сочная и большая. Будем продолжать наблюдать дальше. И, может быть, через месяц все-таки этот экземпляр будет цвести шапочно.